День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хага, и вы смотрите YouTube канал Let's Play по-русски. И сегодня мы посмотрим на старую игрушку под названием Osmose. Игра вышла давным-давно на компьютере, но сейчас она есть и на Android, и на iOS, так что играть в нее можно всегда и везде в нее очень-очень приятно играть. Но мне больше всего нравится играть в ней за компьютером, в наушниках, чтобы слышать музыку, чтобы можно было сесть, расслабиться, не торопиться, потому что так или иначе на телефоне это так... приходится быстро-быстро играть. А вот, например, такой уровень, как здесь. Давайте я вам просто покажу размеры его. Чтобы его пройти, нужно просто сесть, сконцентрироваться и потихоньку-потихоньку разобраться с ним. Оп, хорошо. Итак, как вы видите, мы играем за вот этот вот очень-очень странный организм, который должен стать самым большим в его окружении. И становится он самым большим, конечно же, кушая тех, кто меньше его, и уворачиваясь от тех, кто больше его. Музыка, да и вообще, сам геймплей очень-очень расслабляющий. И просто можно сидеть, и особо не нервничаешь, если не получается. Можно замедлить время, чтобы... все очень хорошо проконтролировать. Можно увеличить скорость, чтобы особо не тратить свой, ну, скажем так, можно это назвать бензином. Так как передвигаемся мы посредством того, что мы выстреливаем часть себя. А то есть реакция, акция равно реакция. Можно представить себе, что мы в космосе и отбрасываем что-то от себя. И отбросив это от себя, мы начинаем двигаться вот этой вещи с той же скоростью, с которой мы отбросили ее от себя. И здесь получается то же самое. Я, скорее всего, напутал. Ну, вы в комментариях у меня, пожалуйста. Если что-то не то говорю, пишите в комментариях. Так. И вот. Мы выстреливаем. Давайте помедленнее. Сейчас нас окружили большие. Нужно посмотреть, куда нужно идти. Да. Это задание уже посложнее, вы как видели, я его еще не прошел. То есть тут нужно очень-очень хорошо все это рассчитать. Притом очень часто приходится быстро-быстро реагировать, потому что вы как видите, свободной еды уже осталось очень мало. Так. И может такое случиться, что вот эти красные, они, то есть большие, они хоть медленно очень двигаются. Они скушают все-все-все мне доступное, и пройти уровень будет уже невозможно. В этой игре три разных вида уровней. А то есть у нас есть вот такие большие открытые карты, на которых вы просто видите, что вам нужно сделать. Это идет как план. Ага, ага, хорошо, уже есть продвижение. А, это будет слишком, слишком большим. Вот это вот сначала нужно было выше скушать. Видите, чем больше я начинаю корректировать мой курс полета, тем меньше я становлюсь, и тем менее доступными становятся для меня другие шарики. Но я думаю, сейчас, да, уже все-все-все, сейчас, может, даже пройдем. Так, давай, не будем торопиться, не будем ничего... расстреливать, потому что теперь, чтобы передвинуть наш большой организм, видите, как он вырос, мы выбрасываем все больше и больше материи. Оп, все хорошо, давайте там это подсоберем. Мы хотя уже прошли, то есть программа видит, здесь наверху у вас есть балка, по которой видно, хорошо, мы прошли уровень. Если вы будете собирать еще больше, это, конечно же, мило, но чисто математически больше вам уже не нужно. И иногда просто приятно собрать все и стать самым-самым-самым большим. Хотя начали практически самым-самым маленьким. Так, давайте нажмем пробел. И у нас здесь, например, представляют... Оп. Antimatter. И если мы на нее наткнемся, она нас просто-просто уничтожит. То есть она не заинтересована в том, чтобы нас скушать.
Она просто уничтожает все. Это антиматерия. Так, конечно же, с нормальной антиматерией был бы очень-очень веселый взрыв. Но если мы, например, наткнемся на маленькую антиматерию, она отнимет равное количество себя. И все, мы дальше полетим. Если на большую, конечно же, нас скушают. Но давайте пойдем просто к другому. А, давайте просто я покажу сначала еще карту полную. Видите, какая большая. То есть тут нужно сидеть, смотреть. Ага, куда мне в следующий раз полететь? Так, ну давайте я вам покажу просто другой вид уровней. А другой вид уровней это... Оп! Подвижный, очень-очень подвижный. То есть... А! Притом нужно очень-очень быстро среагировать, посмотреть, куда нужно лететь. Лучше всего здесь даже замедлить время, потому что вот эти репульсоры, они расталкивают все-все-все частицы. И у нас не остается еды, потому что все частицы летят друг на друга. Хорошо. Так. Но и нам нужно стать больше, чем репульсоры, чтобы их уничтожить. Так... Репульсоры, конечно же, отталкиватели. Так, хорошо. Давайте пойдем скушаем первого. Так. Я все еще в самом-самом медленном. Оп, на самой-самой медленной скорости. Но я так, давайте сделаем побыстрее все. Ага, репульсор сюда полетел. Видите, он отталкивается, он не хочет. Я могу себя контролировать, чтобы на него... Все понятно, значит, чтобы пройти этот уровень, мне нужно стать совсем большим и потом наброситься на них, потому что, чтобы подлететь к ним, мне нужно очень-очень много материи, много скорости и много материи выплюнуть из себя. Так, давайте тогда пойдем дальше. Я не буду особо затыкаться на уровнях, если я не могу пройти. Это просто такой, как говорится, обзорчик. Так, по-моему, я... Да, хорошо, нет. И тут мы были. Не-не-не-не. Exit Osmos, a main menu. Force Ascension, Survival of the Fittest. Сейчас посмотрим. И вот здесь вот в уровнях у нас уже есть частицы, которые ведут себя точно так же, как и мы. А то есть они не просто туда-сюда летают и ударяются друг от друга по геометрическим правилам. Нет. Они направленно охотятся. То есть вот этот вот зеленый большой, он, ну, скажем так, не глупее, чем мы. Иногда даже умнее. Да, он меня... Так как уровень я еще не прошел, он меня очень-очень часто кушал. И можно посмотреть, видите, он уже развился. И у нас получается, теперь мы на одном уровне и смотрим, кто быстрее, кого сможет скушать. Кто быстрее разобьется, оп, тот и выиграет. Это, конечно же, все напоминает... природу. Я почему-то, когда играю в эту игру, постоянно думаю о такой лужице, в которой живут микроорганизмы, и которые кушают друг друга постоянно. Так, давайте ускорим. Ёшкин. Нет! Ну, не страшно, можно посидеть. И это, конечно же, уже уровни посложнее. Те, которые полегче... Так, давайте можем посмотреть, что здесь будет. Так, самым большим стать. О, как раз тоже очень-очень интересно. У нас тут солнце, ну или просто точка гравитации, вокруг которой мы крутимся. И мы можем выстреливать материю, чтобы изменить нашу траекторию полета вокруг точки гравитации. Ну и за счет этого скушать, развиться, стать самым большим. На более поздних уровнях точки гравитации могут быть две, или нужно будет настолько развиться, чтобы можно было съесть ее. То есть пока что нам не надо собирать. Видите, тут верхняя балка, всего лишь четверть нужно собрать. Просто стать большим. Но попозже, да или даже на этом уровне, вам никто не запрещает. Вы можете остаться на нем и вырасти до тех пор, пока не скушаете центр гравитации. А? Ну,
задания будут разные, и все очень интересно. И я повторюсь, музыка, вот это вот окружение и просто графический стиль мне очень-очень нравятся. Они все такие расслабляющие. И даже когда что-то не получается, не начинаешь нервничать, сидишь, пробуешь какую-то другую стратегию или просто запускаешь все побыстрее, сидишь и смотришь. А, да. Наркоманская игрушка. Слегка наркоманская. Так, ну я думаю, что я показал вам предостаточно. Очень-очень советую. И, как говорится, она есть везде, идет на всем. Очень-очень маленькая, очень-очень хорошенькая. Итак, я говорю вам большое спасибо за внимание, и мы увидимся в следующем видео.